Надо было вот в проходе ей вот это завалиться спать. Кошелка старая, свали! Ноги свои понавыставляла. Я даже прыгать здесь не могу. Да ты бабка! Здорово, утюг, с тобой, Глюк! Я как-то обещался пройти эту игру. Я знаю, что я уже запоздал, все со своими хайпами уже отсняли эту игру 100 000 раз, а я только сейчас до нее дошел. Да, все дело в том, что я уезжал, ты не заметил, а я уезжал аж на целых 2 недели, а ролики, тем не менее, шли каждый день. Я все запланировал заранее. Вот, поэтому я ни хрена не успел вовремя записать Гренни, потому что меня не было. Вот, и сейчас мы будем ее проходить. И, кстати, там какая-то обновочка вышла, да? Там, типа, что там, тачка какая-то появилась, банька для бабульки появилась-то. Для бабзоиды. Для бабзоида. Вообще, это большая тайна мужского народа или женского. До сих пор никто не знает, никто не может ответить на этот вопрос. Я ее слышу. Бабка, бабка, она идет сюда. Она точно идет сюда. Я знаю это. У нас сегодня задача-то, собственно, пройти эту игру. Наконец-то, гребаный йод, пройти эту игру. Надеюсь, получится. От машины ключик, о-хо-хо-хо. Это новенький предмет. Тупой эмулятор, прекрати, пожалуйста, вот это вот. Он иногда с ума сходит. Быстро-быстро сюда. Ай, зазвенели. Закрыли, убежали. Блин, а где тачка-то? А, тачка вот здесь где-то. Точно, вот где-то здесь. Пойдем в машину. Сядем там, спрячемся от нее. Угоним тачку. Твою мать! Все, я сел, я спрятался. Меня никто здесь не найдет. Но она сейчас придет сюда. Она свалила, и мы должны... Она высрала капкан где-то наверху. Вроде она сюда не пойдет. Окей, давай-ка мы с тобой обыщем машину. Блин, она отвалилась, быстро сюда, все. Как бы же здесь меня не заметить, это еще вопрос большой. Что такое? Кто от машины дверь отломал? Что случилось? Это же Феррари, старушинская Феррари. Она на нее всю жизнь собирала, понимаешь? Я пришел, разломал. Ну вот кто потом отрицательный персонаж, я или бабуля, а? Ой. Капканчик. Как она не услышала, что я хлопнул дверью? Дверь исчезла. Она дверь утащила наверх! Папка! Ёпта! Ты нормальная, дед? Взяла дверь, утащил. Ключик. От ящика с оружием. Конечно, пригодится, да. Это что такое? Это патроны? Ну тут же можно ружье собрать, я вспомнил. Тут же можно теперь собрать ружье. Давай эту хрень вот здесь кинем. Как он там вот так. Все, прячемся. Давай, беги. Беги, бабуля, беги. Там кто-то есть. Fuck you! Пока. Обдурили бабку. Так, быстренько. Бежать здесь нельзя, Но мы ее запарили сейчас. Наверное. Так, раз. Так, это отломали, это хрен с ним.
На одну минуту всего лишь. Серьезно, одну минуту. Это мало, блин. Так, куда там еще надо было? Так. Эту хрень надо кинуть вот куда-то вот сюда. Хотя подожди, нафига? Мы сейчас вот эти штуки обломаем здесь. Так, вот эту вот уроним, походу, ибо нефиг. Планку. Какая кнопка? Блин, забыл, какая кнопка. R. Окей, R. Ваза. Нахрена мне ваза? Сейчас вот туда просто скинем. Тупой скотина, эмулятор, ты чё? Ты видал, что сделал, а? Камикадзе сраный. Нам-то нужно что? Нам нужно ключ забрать из подвала и принести его сюда. Мы получим доступ к оружию. Точно, точно. Сейчас еще вот это возьмем. Еще заодно проведаем. Ну все, ее здесь нету вроде. Ай, где я, че я? Ну все, сюда она не пошла. Так ведь, да? Так. Тут ничего нету. О, картиночка. Будем знать, если что. Отвертку еще надо будет найти. Отвертка у нас где? По-моему, она в будке, да? Нет, не в будке. Она у нас над лестницей, точно. Так, быстро. Все, она не успела за нами. Пошли. Значит, должно времени хватить добыть эту хрень из колодца. Вряд ли она туда выйдет. Да ничего ты меня не видишь, I see you, говорит. Такс, хорошо. Достаем. На всякий случай вот так сделаю, чтобы если что, видеть ее. Что там будет? Там что, нету? Нет, что-то есть. Ха-ха, кусачечки. Кусачки это хорошо. Кусачки это здорово. Как раз то, что мне надо. То, что мне очень надо. Так. Тут у нас кусок ружья. Потом мы сможем его забрать. Так, значит, обрезаем что? В подвале обрезаем? Раз. На двери обрезаем 2. И на чердаке обрезаем 3. Сейчас будем путешествовать с кусачками по миру. Бабка-то оглохла, походу. Нет ее здесь наверху. Сижу здесь уже час, наверное. Ну, не час. Минуту. Нету ее. Сейчас только вылезу, она здесь появится. Вот будет обидно. Так, только давай на этот раз без глюков вот это всего. Бляха-муха. В смысле? Подожди. А как? Ее как-то отрубать надо, да? Я же отрубил вроде бы там. Молотком надо было разнести, я забыл. Твою мать. Бабка. Бабка, брось. Да брось, не надо. Все хорошо. Тут никого нету. Честно тебе говорю. То есть ты купилась? Вот просто не врите бабке, она... Вот. Но у меня дверь-то закрыта вроде, да?
Где она? Куда внучок подевался? Непонятно. Ой, бабка, бабка. О! Вон там можно петли вытащить. Только сейчас заметил. Не нужен хаммер. Не нужен молоток. Не нужен хаммер, чтобы отсюда выбраться. Хаммер лучше, чем все что угодно. Так. Сейчас она опять дает, да, наверное? Оп. Нету никого. В смысле, лишь кресло стоит, просто само тут ерзает, что-то ломает стенки, вон двери вышивает. Да, говоришь, нету тут никого. Кресло одно стоит, и все. Больше нету никого. Да ты бабка даешь, а? Да ты... Купилась, понимаешь? На живое кресло. Ох уж это кресло, ты задолбала выбираться из тюряги-то, а? Так, а нам-то что делать? Нам сейчас, короче, чтобы отсюда свалить. Вон, молоток лежит там, им можно раздолбать. Окей. Камеру. И забрать шестеренок. Но сначала нужно будет туда добежать до ящика, там заныкаться в ящике. Что здесь такое? Опять кресло проклятое. Как спустится с чердака, так начнет хулиганить, ронять все. Забавное кресло, да. Знаешь, мне нравится эта бабка. Знаешь почему? Ей можно любой анекдот рассказать, она будет ржать. Это хорошая черта. Бляха, муха, быстро-быстро сюда, быстро. Быстро нахрен. Сраный пол, откуда там скрипучие половицы? Их не было там, вроде бы. Все, ушла. Блин, я в такой жопе еще не прятался. Вот твою мать-то, а. Бабуль, бабуль. А это, колобок повесился. Поржешь? Не поржу. Давай вот так вот сделаем. Оп. В смысле ты не хочешь падать? Падай, ёпта. Сейчас вместе с этой штукой упаду, наверное, да? Surprise, motherfucker. В смысле, капкан прямо тут? Она там ходит прямо за эти... Вот ты тварь, бабка ты. Посмотри, капканами обложила всю. Она думает, я олень. Ловит, понимаешь? Да твою мать! Заглючило! Заглючило! Это кресло! Бабка, это кресло! Отвечаю! Ну, с чердака спускай, знаешь, что творит? О-о-о. Не переживай, ты его обязательно найдешь и покатаешься на нем. И, по-моему, я шестеренку там наверху оставил, да? Да не ходи ты! Бляха, муха! Да! Второй раз просто из-за лага сдох. Второй раз, да что за... Он просто, знаешь, начинает глючить раз и идет в одну сторону. И вот ничего не сделаешь. Короче, все, мне надоело. Мы валим в подвал. В подвале берем этот... Пиу-пиу-пиу, как ее там? Оружие. И валим бабку. Без этого мы сейчас все равно не пройдем. Не получится. Меня тут нет. Это все кресло. Инвалидное кресло с чердака. И купилось. Бабулька, бабулька. Какая ж ты дура. Воу, воу. Вот это было пипец как близко. Нет! Опять ты полок, не ходи ты направо, дебил! Сраный, а! Ты что ж ты делаешь? Ты расположение предметов было идеальное! Идеальное было! Там все было под рукой, я уже практически все знаю, что где лежит.
Вот что опять вот это вот сейчас было? Я встаю, она идет. Я встаю, она идет. Да ж... Ну давай просто для... Ну посмотрим, можно здесь заныкаться или нет за дверью. Боковым зрением все-таки заметила. Вот же кобылина, а? Ну иди себе сюда уж, старая, целоваться будем. Иди сюда. Я буду кусать страстно твои десны. Давай, где? А ну подать мне сюда свои десны! Бабушки, да поцелуй. Ну что ж, потная бабка. Настало время нам с тобой развлечься. Еще раз. Уже в какой? В третий? В четвертый раз? Который раз я буду с тобой развлекаться, а? Давай, озорничать будем в шкафу вместе, а? Арбуз. Забирай с собой арбуз. И ты будешь карапуз. Ни хрена нету. Ни хрена нету. Так, тут наверху тоже ни хрена нет. Да чтоб тебя, блин. Там ты скрипучее говно постоянно. Ключ. Ключик, ёпта. От сейфа. Ключик-то от сейфа. Сейчас, короче, мы кастрируем арбуз. После его кастрации арбуз соблазнит бабку. Бабка отвлечется на арбуз. И мы спокойно убежим из дома. Супер план, ёпта. Называется план соблазнительный, ёпта, арбуз. Чё я нашёл? Блин, до хрена всего нашел. Смотри-ка, там еще и этот шестереночка лежит. Прямо рядом лежит, понимаешь? Как раз вот, блин, там, где надо. Знаешь, вот можно было бы еще... Вот положить бы так, чтобы она не шумела, блин. Так, вот эту вот хрень. Мы сейчас дропнем вот сюда. Все, она пойдет туда разбираться, а мы пойдем арбуз кастрировать. Там, по-моему, ключ должен быть. Ключ от будки, если я не ошибаюсь. Нет, по-моему, это не от будки. По-моему, это ключ от... Блин, а от чего это ключ-то? По-моему, он от входной двери, если я не ошибаюсь. А от будки он бирюзовый. Если они ничего не обновили. Смешно, да. Смешнявки-то какие. Еще, короче, вот здесь вот будем собирать все самое важное, да. Так, подожди, а нам наверх нахрена? Нам же не нужно туда. Да? Нам вообще туда смысла нет суваться. Сейчас пойдем сейф, короче, открывать. Задолбала она меня. Надо первый этаж обыскивать с ружьем. Без ружья обыскивать первый этаж, но все равно палевно. Там везде все скрипит. Ненавижу, когда не скрипят. Вот эти вот половицы. Хотя, знаешь что? Неплохо еще бы прогуляться вниз. В гараж. Здесь, правда, какая-то хрень, которая отваливается. Я не понимаю, которая гремит. Я ее не вижу, но она здесь вроде есть. К-
Ключик. Ха. Так, ну и что мы, короче, откроем сейчас это место. Ну, оно как раз там где-то шиндарахается. Мы сейчас откроем будку. Там есть у нас одно колесико. Нам нужно два. Где второе, не знаю. Пляха-муха. Ждем, пока она не уйдет. Дверку закрыли. А я в будке, я в домике. Давайте пузико отсюда пощекочу, а? Такую руку просуну. Понравилось ей, понравилось. Я всегда, когда предлагаю ей пощекотать, она всегда ржет. Ты бабка, а? Знает толк в наслаждениях, старая. Так, ну и что, короче, колесико у нас есть. Я пока не буду его, наверное, сюда ставить. Смысл какой? Можем, знаешь что, можем травануть ее в этой в бане. Получит старый ожог от бани. А что мы этим временем сделаем? Ну, смысла-то большого и нету, наверное. Можем заглянуть в сейф в это время. Или обыскать первый этаж, или часть первого этажа. А вот это хорошая идея, кстати. Угу. И повыкидывать часть вещей куда-нибудь хотя бы. Да? Или вон ключик, например, захватить. И пойти наверху, открыть что-то. Сейчас сделаем, смотри. Открываем. Сюда бросаем и уходим. Лысая швабра не идет сюда. Никак не хочет. Кстати, не понимаю почему. Я вроде шумлю. Во, пошла. Давай, заходи, лысая швабра, мы тебя попарим. Венчиком тебя по спине отхреначим. Смотри, вот так. Оп. Оп. В смысле? В смысле? Ты охренел, что ли, дура? Это как? Это что было сейчас? Я тебя закрыл. Аж охрень, блин. И я не выберу сейчас отсюда, пока она меня не откроет. Серьезно? Твою мать, вот это вообще подстава. Как я зафейлился в бане, а? Не, ну серьезно, как это так вообще? Ключик от ящика. Как там? Р, во. Все, падай. Падай. И уйди с дороги, пожалуйста. Да не бросай же ты, что ж ты делаешь-то, ослина? Уйди, бабка! Уйди, бабка, блин. Надо было вот в проходе ей вот это завалиться, спать. Кошелка старая, свали! Ноги свои понавыставляла, блин. Я даже прыгать здесь не могу. Да ты бабка! Ну, блин! Ну, уйди! Что ты творишь-то? Уходи, пожалуйста. Прозрачная ты. Все, уходи. Есть, наконец-то. Так. Тут у нас нет ничего, тут у нас нет ничего. 20 minutes later. Ждем бабку. Hello, motherfucker. Как ты тут появилась? Скажи, пожалуйста, вот прямо вот здесь, вот на моих глазах заспаунилась скотина, вот ненавижу. Вот реально, блин, бесит такая хрень. Прямо пипец как бесит. Отвертка. Отлично, упала. Ключ от машины, окей. Ключик от машины. Ну, она сейчас заспавнится опять где-то здесь. Это будет супер обидно. Так, давай-ка мы пока вот так вот сделаем. Все, ждем бабку.
Ждем бабку. Сейчас пальнем, короче, и пойдем проверять машину. Реально, только по одному действию, короче. Выстрелил, сделал одно действие. Выстрелил, сделал одно действие. Только так. По-другому вообще не вариант. Или нужно, я не знаю, какой-нибудь таймер прям иметь здесь под рукой. Быстренько, 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 быстренько. Сейчас, значит, появится хрен знает в каком месте. Отлично. Деревянная нога. Вот как она оттуда вылезла, а? Там даже дверь закрытая, ёпта. Ты меня так не пугай, блин. Стоит такая, уперлась лбом в этот, в крышу такая. И зависла нахрен. Молоток. Молоток, ёпта. Молоток вообще, вообще супер. Вообще отлично молоток. Так, значит, смотри, сейчас глушим бабку и идем откупоривать по очереди вообще все. Вот снизу вверх прям. Опа! Жопа. Вот это раз. Кусачки, блин, не нашли. Кусачки не нашли. Давай-ка вот это мы пока вниз, наверное, сбросим. Да вниз бросим. Ладно, окей, пойдет. Где же кусачки-то? Вот и кусачки у нас. Окей, ладно. Успеем, не успеем. Сейчас хрен его знает. Времени в обрез. Так, ждем бабку. Давай, заходи. В смысле? Ты ошалела, дура? Ты знаешь, как вот эти вот были приколы раньше, типа звонишь в дверь, короче, выбегаешь, и она вот такая же. Бабка! Ты че, упоролась? Бабушка! Бабзоид! Ты че? Все, она себя решила доказать и встала в угол. Да ладно, слушай, я тебя прощаю, выходи. Выходи уже, че ты? Выходи. Нет, не выйдешь. Че-то ей, походу, там в кайф. Че, не, все? Уж мне тоже интересно, сколько он будет стоять-то. Она уже здесь. Эй, тирин-тирин. Так, берем. Обрезаем нахрен. Вот, смотри, вот он, padlock key. Остался вот это и вот это. Окей, хорошо. Кусачки сюда, пожалуйста. Вниз и обрезаем, вниз и обрезаем. Давай, кастрирующий ток. Вах. Молодец. Теперь, по-моему, последняя хрень, которая нам нужна. Она из шестеренок достается. Фу, ну сейчас мы ее жахнем, короче, здесь, наверное. Оставим здесь оружие. Или нет, его лучше, наверное, в подвал кинуть. Угу. Здесь слишком много просматривается. Унесем с собой шестеренку, поставим ее. Там что-то еще надо найти. Наверное, код и ключ. Или ключ. Там мастер-кей где-то должен быть еще. Мастер-кей. Где его достать, я не знаю. Все, бабка уже где-то здесь. Опа, еле успел. Еще было близко. Как она вообще меня услышала, вот вопрос. Я же даже не шумел там. Так, давай вот этот вот сюда в угол. Окей. Google. Собираем. И валим, короче, вставлять туда. Блин, где же мастер-кей-то достать? Или код. Что-то из этого должно быть где-то. Я что-то пропустил. Наверняка на первом этаже. Блин, ненавижу первый этаж. Вот он тупой. Вот реально тупой. Хрен где спрячешься, хрен что сделаешь.
Так, нет, я здесь не пойду. Она сюда прибежит. Лишь бы она меня не услышала. По-моему, она идет сюда. Не? Нет. Да ничего ты меня не видишь. I see you, говорит. Мастер Кей. Где-то еще код. Где код? Где может быть сраный код? Здесь вот мы уже все обыскивали. Все сортиры уже обыскали. Код! Код, блин! Я вообще не... В шкафу! В шкафу, мать твою, код! Значит так. Код нашли. Все готово. Все готово к тому, чтобы мы вышли отсюда. Все, бабка, я тебя сейчас по лестнице спущу. Ты меня задрала уже за все это время. Мать твою. Знаешь, что тупанул? Надо было арбалет не скинуть. Хотя... Так, мастер Кей. Все! Да! Да-да-да-да-да-да! На меня так не зыркай больше! Я с тобой целоваться больше не намерен! Ни за пирожки! Ни за что на свете! Страстная бабуля! Боже мой, я думал, она сейчас опять будет целоваться. Ну не надо, бабулька! Фух, все, закончил я эту игру. Конечно, ни на харде, ни экстра лог тоже режим не ставил. Но я думаю, пока что хватит этого с меня. Потому что и так очень потно, очень запарно. Практически весь остаток игры мы просто проходили с арбалетом. Это... Ну, относительно легко еще было. Ладно, ставь лайк, подписывайся, если тебе понравился этот ролик. И не забывай писать комментарии. С тобой был Глюк. Всем бобра!